Здорово, зрители! Прохождение игры Готика продолжается. Не хочу слушать эту болтовню. Сохраняю эту тайну. В этом деле главное. После того, как вы стали магом, отправляемся в новый лагерь. Ой, то есть в какой новый? В болотный, хотел сказать. Я думал, это уже. Чтобы отдать Горголому яйца и слюну ползунов. Раньше все было намного лучше. Да. Ладно. Нам туда. Да, кстати, пора уже попробовать замочить парочку орков. Тут неподалеку есть одно местечко. Нам придется, конечно, свернуть с пути, но это того стоит. Да, кстати, может, у Квалорна появился лук получше. В наличии. Там гоблин. Вон он. Привет, дружище! Так. Покажи мне, что у тебя покажи есть. Покажи мне! Дубовый лук, урон 52. А у меня... точно не 52. Но, вообще-то, есть помощь... А, не. Ивовый лук можно будет найти бесплатно. А вот дубовый... купить надо. Ну, потом, значит, купим. А ивовый лук я знаю, где лежит. Но нам сейчас не до него. Нам надо туда. Только там не только орки, но и глорхи живут. Но для нас теперь глорхи особой опасности не представляют. Иди сюда. Побежал. Только вот... ой. Они только могут уклоняться. Когти и зубы. Окей, окей. Сожрём травок. Сюда. Один уже не идет, а бежит. И второй бежит на помощь. Есть один готов. И второй тоже. Ладно, чтоб сейчас не тратить травы и зелья, отоспимся быстренько у Квалорна. Тем более, что его дом недалеко.
тебя. Ну все, теперь у нас полный запас жизненной энергии, и можно с удовольствием мочить орков. Только этих уже типов так просто не возьмешь. Лучше их магией жахнуть. Например, огненным шаром. Там будет два орка, а у нас как раз два свитка есть. Надеюсь, что одного огненного шара хватит на одного орка. Если это не так, то я не знаю, как быть. А, разберусь я с ними. Свиток, эликсир, груда черепов, гриб и трава солнечника. Ну да, посмотрим, что это за свиток. Ледяная глыба пригодится. Ящерица лазит. Так, в сундуке хоть и немного, но хлам полезный. Шнык. Давайте убьем этого шныга. Что нам надо? Парочка эликсиров здоровья. Ух ты, статуя орка. Не знаю только, для чего ему понадобилось сохранять эту пещеру, ведь в ней пусто. Друзья мои. Во, огненный шар. Получай. Похоже, я был неправ насчет того, что мне хватит. Ни хрена подобного. Они меня убили. Да, похоже, справиться с ними будет непросто. Морозить одного орка, а другой пусть бежит сюда. Поодиночке с ними расправиться будет намного легче. Да, только придется близко подобраться, чтобы заморозить одного из них. Все, и уматываем. Слышите его бормотание? Нам нужно какое-нибудь укрытие. Йо, второй бежит. Я думал, только один рванет. Да не, ни хрена подобного. Срочно в укрытие.
один уходит. А этот застрял. Ща мы его расстреляем. Ой, не, ой, не. О, а он нас чуть не ранил. Орки умеют карабкаться. Дай ему будет сбивать отсюда. Ай, ты сволочь! Ах ты ж собака смрадная! Я вас всех тут убью. Морозим! И сматываемся. Пока этот то не очухался. Эй, ты куда? Болван! Вот он я. Сюда иди, кретин. Да вот сволочь ты, а? Да, это будет в начале. Завалить. Собака. Ладно, хрен с ними. Я с вами еще разберусь. Вот достану оружие еще мощнее. И вам всем крышка. Теперь нас, кстати, пропустят в земли орков. Раньше за то, что прошли бы мы, нас бы убили. А теперь нас пропустят. Тебе лучше здесь не оставаться. Я и сам смогу защитить себя. Вон, видишь, все. Но тут там слишком опасно. Там орочьи гончие и орки. И там их гораздо больше. Поэтому нехрен нам там делать. Так, а пещерка-то пустая? Не, кротокрыс мне новый завелся. Есть, кстати, секретная пещера, в которой кто-то живет. Забыл уже кто. Но попробуем найти ее. Она, кажется, здесь где-то находится. И поговорим с ним. Да, вот здесь он. Гилберт. Что ты здесь делаешь? Редко кто заходит ко мне сюда. Тебе удалось найти мое убежище? Что немногим под силу. Что ты здесь делаешь? Что ты здесь делаешь? Старый лагерь мне давно надоел. У нас давние разногласия с людьми Гомеза. Как давно это все началось?
Теперь обо мне, наверное, никто и не помнит. Но я все равно останусь здесь. В старом лагере осталось слишком много солдатни. Я ничего с ним сделать не могу. Никакого задания мне не дали. А я тут у орков. Ладно, не будем больше разговаривать с этим. И не буду снимать дорогу до лагеря братства. Слушайте, а вон в той пещере лежит альманах, который Корголом нас сейчас отправит искать. Там черные гоблины. Так вот, я тут подумал, давайте не будем бегать туда-сюда, сейчас добудем альманах и принесем Корголому и слюну, и яйца, и альманах. Кажется, здесь я вырезал всех гоблинов, но в пещере их гораздо больше. Поэтому нам необходимо пополнить запасы жизненной энергии. А давайте их в воду заманим. Забили меня до смерти. Я знаю, надо их тут... Да, тут стоит на одного напасть и набросится вся стая. Со всех сторон. О! Надо их через мост вот так вот провести. Счастливо поплавать! Вот как надо поступать с гоблинами. С этими. Особенно, когда их чересчур много. Осматривать пещеру. Йо! Их
еще. Ну давай. И по старинке. Один еще живой, сволочь. Они тут все, похоже, живы. Но не все, конечно. Вот только нам отсюда не выбраться. Поэтому не будем сигать за гоблинами. А, и пусть себе там плавают. Есть тут кто? Пусто. Ну нет, давайте лучше просто убьем их всех. Разберемся с этими двумя. Ничего. Нам же только легче. Главное сохраняться почаще. Лучше всего после каждого убийства. Сталь, сгоревший факел, стрела, свиток, еще стрела, булава, эликсир жизни, пиво, пиво, сундуки. Это интересно. В них есть интересный хлам. О, а вот и тот самый альманах, который нам нужен. Но мы еще не зачистили пещеру от гоблинов. Поэтому давайте сначала сделаем это. Куда бы пойти? Тут никого нет, остается только туда. Вот так-то лучше.
Господи! Я не понял, тут что, подкрепление прибегает? Или их тут четверо было? Ай, блин, как же меня подрывали! Да. Это сложно. Остатки этих тварей. Вон там. Ух ты, сволочь. Последний остался. Ничего, я еще разделаюсь с вами. Прямо сейчас. Ха, съел. Ну все, можно теперь спокойно отправляться в болотный лагерь. До него уже недалеко осталось. Ой, простите меня. Ладно, потом придем в лагерь братства, на этом, думаю, прохождение подходит к концу.